Какого проводить? Микрорайон Октябрьский. Лузина 4. Вот, Даш, можно выходить, если хочешь. Наверх будем подниматься? Да не. Он приезжает уже из города. Наезжаю, у меня сын более-менее постоянно. Вот. Ну так, только приезжать тут не живет, да? Нет, ну иногда ночуем. Ну. Очень тяжело, да? Конечно, без конца это стрелять. Тяжеловато, тяжеловато. Спасибо. Тут же и живет, да? Здрасте. Да, снова мы. Да, снова мы. Вы бабушки тогда привозили гуманитарку. Да, 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 да. Пошлите к бабушке зайдем. Как она живет? Бабушки, бабушка шкаф топит в печке, потому что топить нечем. Нет. Бабушки. Вот носим дрова и. Это вот последним градом вырвано. Две, да? Бабушка выживает уже, сама говорит. Здравствуйте, бабушка. Бабушка, здрасте. Здрасте. Помните, мы к вам приезжали? Тут вам, я вам там это, ветки принес, рубаю как раз сейчас. Хорошо. Я вижу, вы как топите, вы тут живете? Да? Как живете тут? А как я живу? Вот, как видишь, одета не было чем топить, а это я уже жила топить. Расскажите, сколько вам лет? 91. И вы тут пошел сами живете, вам 90 соседи? 90 ровно, а первый пошел. Понятно. Вам соседи помогают тут, да? Да. Понятно. Соседи мне помогают. Я им очень благодарна. Очень благодарна. У меня соседи хоть выручают. Даже из-за того, что не топить ничего у меня нету. Думаю, хоть бы я умерла. Умерла. Ну, смерти-то нет у меня. Значит, еще нужны этому миру. А? Значит, еще нужны этому миру. Да. Мне сказали. А родственники, где ваши? А? Родственники. А где ваши родственники? Родственники, где ваши? У меня никого нет, кроме племянника. А племянник? Один племянник. Вот приходил утром, вот заделал окно, побитое все погрохано. Слышу.